Уважаемые одесситы, в связи с необходимостью переключения вновь построенного водовода по улице Толбухина с 10 мая с 9 часов утра до 11 мая до 12 часов дня будет отключена подача воды жителям трех районов города – Киевский, Приморский и Малиновский. Уважаемые одесситы, хотелось бы предупредить вас о том, что в момент прекращения подачи воды подвоз воды будет обеспечен автоцистернами. Места дислокации этих автоцистерн по районам определены районными администрациями. Что касается лечебных учреждений, то подвоз воды по заявкам лечебных учреждений будет осуществляться, опять же, автомобильными цистернами. Хотелось бы отметить, что работа наших бюветных комплексов 10 и 11 числа, график будет изменен с целью круглосуточной разбора воды.